Кинотеатр «Искра» в Видном построен в 1985 году. С самого открытия и по сей день «Искра» является центром культурной жизни города Видное. Праздники, представления, официальные и торжественные мероприятия, концерты, фильмы и мультики. К сожалению, в последние годы кинозрителей становилось меньше. До столичных кинотеатров недалеко, репертуар обширнее, да и премьеры у нас запаздывали. Но сейчас «Искра» стоит на пороге новой страницы истории – цифровой. Видновский кинотеатр был построен больше 3 десятилетий назад. Шло время, вслед за техническим прогрессом модернизировалась и «Искра». В 2002 году отремонтировали малый зал кинотеатра, заменили кресла, установили звуковую систему Dolby Digital Surround. Сейчас, когда цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, назрела необходимость установки нового высокотехнологичного проектора. Пленка как класс уже практически ушла. Вот, фильмы все предоставляются на цифровых носителях. Для того, чтобы шагать в ногу со временем, нами были предприняты колоссальные усилия, и теперь, как вы видите, происходит монтаж и настройка оборудования цифрового для показа этих фильмов. Когда завершится монтаж системы, видновчане смогут смотреть премьеры наравне с московскими кинотеатрами, первым экраном. Это будут фильмы как в обычном 2D-формате, так и в 3D. Обкатка оборудования пройдет с мультфильмом «Самолеты». Планируется первый, значит, премьерный показ на новом оборудовании. Это новый фильм Федора Бондарчука «Сталинград». С установкой цифрового кинопроектора стоимостью 4 миллиона рублей, которая состоялась благодаря районной администрации, под руководством Сергея Кошмана должно возрасти и число кинозрителей. Ведь теперь далеко ездить на премьеры не придется. Кроме того, самостоятельно посещать показы рядом с домом смогут и юные видновчане. Конечно, будет удобно здесь. Вот сюда ходить. Ну, я думаю, это будет намного удобнее, чем ездить постоянно в Москву. Конечно, лучше здесь. Здорово, вообще хорошо, да. Чтоб цены такие не были, как в Москве. Кинопоказ в новом формате начнется уже с понедельника. Успейте стать первыми зрителями. Мы, уважаемые телезрители, ждем вас в кинотеатр на новый просмотр фильма в формате 3D. Татьяна Акимова и я, Дамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.